Бай-бай. Здесь съемка видео запрещена. Только что отправились в очередной раз поездом. В принципе, уже привыкли. Сейчас едем в Москву. Завтра мы переезжаем в аэропорт Внуково и вылетаем в Сургут. Последний выезд в регулярном чемпионате этого сезона. Я в купе с моим лучшим другом Игорем Владимировичем. Ну как тут, мужики? Яички уже достали с курочкой? Все ребята выздоровели. Мохаммед остается в Белгороде, закончит восстановление и к следующему туру уже будет во всеоружии. Поэтому никаких проблем, все будет прекрасно. Нам нужны только победы, так что играем на победу и никак иначе. In Italy we don't have a particular tradition about this kind of crowd. This is, I think, it's typical Russian about that. Because I took train also in Japan, something like this, but apart the fact to drink some tea and eating some sandwiches. About Italy, if you want to put about some tradition, you have to bring some coffee. I think we are pretty well. I'm pretty satisfied considering that we are almost at 9 months that we are together. Of course, last days have been a little bit difficult because we traveled a lot, we played a lot, so we didn't have much time to train, but we are recovering pretty well, and I'm confident that we will finish the season in the better way as possible. Мое самочувствие уже лучше, да, потихоньку возвращаюсь в тренировочный и в игровой режим. Мы приехали в город Сургут, где предстоит непростой матч, опять же, концовка уже чемпионата. У нас лично осталось 4 матча, на которые мы настраиваем сейчас на все 100%, на максимум. Так что думаю, что завтра предстоит хороший бой, и мы надеемся в этом бою одержать победу. Осталось чуть-чуть, месяц, финишная прямая наша начинается сейчас, поэтому давайте именно с этой командой нужно выйти заряженными прям по максимуму, с первых мячей. Дать эмоции, дать концентрацию, чтобы они поняли, что мы свою победу не отдадим сегодня. Давайте. Все, все вместе. Давай, тем более, что мы приехали без основного диагонального, но оказалось, что соперник очень гостеприимный и сыграл тоже фэйрплей. Конечно, там причина была другая – травма Алексеева. Вот. Хотя от Раджаба тоже ждали довольно такой результативной игры. Но, видно, практики не хватает, поэтому парень сыграл так 50 на 50. Я доволен Егором Сиденко, и он сам очень хотел сыграть с самого начала хоть один матч. Вот. Предыдущий с Казанью, конечно, это сложнее,
А с Сургутом он мог показать, на что он сейчас способен. И парень молодец, работал весь сезон, ждал своего шанса, и вот он дождался. Что касается результата, да, ну, не думали, что 3-0 будет, потому что все-таки Сургуту еще какие-то шансы остаются в турнире таблицы побороться за плей-офф. Вот, но оказалось легче обычно. Вот. Все остальное по технической стороне. Ну, в нападении хорошо сыграли. Вот, подачу держали. Два раза, три раза, вы нас тормозите, игру сбиваете. Вот там блока не было. В целом, средняя игра, но для результата было достаточно. Ну, я не думаю, что получилось легче, потому что мы еще с ребятами в раздевалке настраивались, говорили, что мы должны выйти и показать с первых мячей свою агрессию, свое желание, свои эмоции, потому что без этого будет очень тяжело здесь играть, потому что команда может поймать кураж Сургут и начать тащить, забивать какие-то сложные мячи. С большим желанием мы вышли играть. Уже скоро плей-офф, уже финишная прямая. Мы должны добавлять еще больше, выходить на максимум сейчас, выигрывать оставшиеся игры и уже плей-офф показывать максимум. Игра была равная, но в концовке решает класс, и мы подтвердили сегодня, что наш класс слабоват для решения определенных задач. Настрой был неплохой, ребята бились до концовки партии, а в конце допускаем нелепые ошибки, которые идут из-за несогласованности, внутренней некоммуникации между игроками. Победа!